определено 15 удаленных территорий. С перечнем можно ознакомиться на сайте администрации, можно ознакомиться в наших соцсетях и на сайте, на официальном портале Вестник избирательной комиссии Московской области. Проведены все меры для того, чтобы максимально информировать жителей таких территорий, то есть были расклеены объявления в первую очередь, также размещена информация в соцсетях, в газете, и, соответственно, эти избиратели, они могут воспользоваться правом 17 и 18 числа проголосовать либо в автобусах специально брендированных, либо это стационарные помещения. То есть все эти адреса размещены в этих объявлениях.